стенах автомобильно-дорожного института прошло военно-патриотическое мероприятие «Есть такая профессия – Родину защищать». При поддержке военного комиссариата города Горловки концерты подобного рода проводятся на постоянной основе. Основная цель таких мероприятий – донести до молодежи, что на защите наших рубежей стоят сильные и отважные защитники, которые рискуют ценой собственной жизни, готовы защитить родной край. Эти мероприятия не просто важны, они имеют, наверное, под собой даже не просто символическую, а какую-то мистическую даже особенность. Они похожи на те мероприятия, которые когда-то проводили у нас в школе, в мою бытность. Тогда приходили к нам ветераны Великой Отечественной войны, рассказывали и просили нас об одном, чтобы мы не забывали и всегда были готовы защитить свою родину. Я надеялся в свою юность, детство, что мне не придется, уже дедушки сделали все, ну видите сами, пришлось. А сейчас я говорю, что... Я не хочу, чтобы эти ребята забывали, и хочу, чтобы они воспитали так и своих детей, чтобы и их дети не забывали о той беде, которая может прийти внезапно, когда ее не ждет никто. Со сцены выступили ведущие вокальные коллективы, исполнившие известные композиции сегодняшних дней. Кроме этого, вниманию зрителей был представлен новообразовавшийся на базе института военно-патриотический отряд «Молодая гвардия». Ни одно мероприятие, которое проходит в городе, в республике или в пределах института, не обходится без участия наших молодогвардейцев. Они с честью участвуют во всех мероприятиях, активно, причем с большим интересом занимаются всеми вопросами, которые стоят. Ну, большую роль мы сейчас много уделяем внимания в вопросах о том, чтобы никто не забыт, как говорят, ничто не забыто. Постоянно встречаемся с мамами и вдовами погибших героев. Денис Ленцов, Евгений Панов, 6 ТВ.